Посмотри на драгоценного Иисуса, который сегодня спасает, исцеляет, освобождает, дает процветание и благословляет. Это твой день для чуда. В передачах на этой неделе вы увидите самые яркие моменты из поездки Бенни Хина в Европу, которая коснулась тысяч жизней, и в результате произошли невероятные чудеса спасения, исцеления и освобождения. И сегодня вы присоединитесь к пастору Бенни в Киеве, Украина, в городе и народе, который переживает смятение и опасность, как вы, по всей вероятности, видели это в недавних новостях. Пастор Бенни поделился словом о покрове, который есть у нас для духовной и физической защиты, чтобы ушел страх и неуверенность, с которыми сталкиваются каждый день драгоценные для Бога люди. Востребуйте обетования, о которых вы услышите сегодня, для себя и дорогих вам людей. И позвольте, чтобы присутствие Иисуса, которое наполнило аудиторию невероятным образом, подготовило вас к помазанной молитве за вас пастора Бенни в конце передачи. И эта мысль ухватила меня. Без Святого Духа Иисус мог проповедовать, учить, heal the sick, исцелять больных, raise the dead, воскрешать мертвых. Yet nobody felt his presence. Но никто не ощущал его присутствия. Nobody was convicted. Никто не был обличаем. Nobody said, what must I do to be saved? Никто не говорил ему, что мне делать, чтобы спастись. They denied him. Они отрекались от него. Betrayed him. Предавали его. Walked away from him. Уходили от него. Because without the Holy Spirit, потому что без Святого Духа the hearts of men cannot change. Наши сердца человеческие не меняются. But when the Holy Spirit came, но когда Дух Святой пришел, the apostles changed. Апостолы изменились. Now they began to love him. Теперь они начали любить его. They became loyal, committed to him. Они стали посвящены ему и лояльны. There was a mighty change that took place in them. Была могучая перемена, которая произошла в них. Come here, brother, you with a lovely tie. Come here. Брат с замечательным галстуком, подойди. What is your name again? Еще раз, как тебя зовут? Игорь. Okay. Where is the other girls? Come here, girls. Девочки, вы тоже. Just two, three of you, plenty. Две-три хватит. Yeah, come here. Хорошо, третья давайте. The one with the blonde hair, you two, I want to ask you a question. Now, you're not gonna sing now, I just want to ask you a question. Петь вы не будете, я просто вопросы задаю. You know, I saw you sing earlier. Я видел, как вы пели раньше. You sang with such enthusiasm. Вы пели с таким вдохновлением. With such joy. С такой радостью. And Alexander was interpreting the beautiful song you sang to me. Александр переводил слова песен для меня. But I want to ask you a question. Я задам вам вопрос. If a fierce animal, если какое-то жуткое страшное животное, tearing you up, просто разрывает вашу плоть на части, can you sing Hallelujah? Смогли ли вы петь Аллилуйя? No. Нет. Yet. Can you worship God? Могли ли бы вы поклоняться Богу? If you were burning on a cross? Если бы вы горели на кресте? No. Нет. Can you sing and worship God? Могли ли бы вы петь и поклоняться Богу? If you were burning on a cross? Если бы вы тоже горели на кресте? Well, my point is quite simple. Смысл моего выражения очень прост. 2000 years ago. 2000 лет назад. In Rome, Italy. В Риме, Италия. At the same Colosseum that's there now. В Колизее, который ныне там стоит. Thousands of Christians, тысячи христиан, were fed to wild animals, были брошены на съедение диким животным, and were burnt on crosses, которых сжигали на крестах заживо. Those people never saw Jesus one time. Эти люди никогда не видели Иисуса один раз. Never heard him preach one message. Никогда не слышали, как он лично проповедует одну проповедь. But history says, но история говорит, and it's factual, и это факты, that when animals were tearing them apart, что когда их раздирали животные, they were worshiping Jesus. Они поклонялись Иисусу. When they were burning, когда они горели, they were worshiping Jesus. Они поклонялись Иисусу. So much that Nero, настолько, что Нерон, the mad emperor Nero, просто безумный император Нерон, began to scream, начал орать. Actually, it's recorded that he said, "Stop them from singing." With just he was mad. Он так разозлился от этого, что он кричал: "Запретите им петь!" Thousands of Christians were worshiping God while they were fed to these wild animals. Тысячи христиан поклонялись Богу, когда их отдавали на съедение этим животным. What's my point? В чем смысл того, что я говорю? My point is the Holy Spirit is so powerful that He made Jesus more real than the animals. Смысл того, что я говорю, что Дух Святой настолько более реален, что Он сделал Иисуса для них более реальным, чем те животные.
The Holy Spirit made Jesus more real. Дух Святой сделал Иисуса более реальным. Than the fire. Чем огонь. Or the tiger, or the lion. Или тигры, или львы. And these people never saw Jesus once, never heard one message. И эти люди ни одного раза не видели Иисуса, ни разу не слышали его проповедь. If the Holy Spirit, если Дух Святой, can make Jesus real, может сделать Иисуса реальным, to a man or a woman, мужчине или женщине, who's being fed to some lion or tiger or some wild beast, которых отдали на съедение тигру, льву или каким-то диким животным, then I need the Holy Ghost. То мне нужен Святой Дух. I need that blessed Holy Spirit in my life. Мне нужен драгоценный Святой Дух в моей жизни. Спасибо, ребята. If the Holy Spirit can make Jesus more real than those animals, если Дух Святой может сделать Иисуса более реальным, чем те животные, then he can make Jesus more real than my own troubles. Тогда он может сделать Иисуса более реальным, чем мои неприятности. He can make Jesus more real than the troubles in this world. Он может сделать Иисуса более реальным, чем все беды этого мира. I have discovered something marvelous. Я обнаружил что-то замечательное. When Jesus becomes more real than your sickness, that's when you'll be healed. Когда Иисус становится более реальным, чем твоя болезнь, тогда ты получаешь исцеление. When he becomes more real than the pain, когда он становится более реальным, чем боль, then we are healed. Тогда мы исцеляемся. When his presence permeates our body, когда его присутствие проникает наше тело, when his presence takes hold of our lives, когда его присутствие захватывает нашу жизнь, in the presence of the Lord, sickness cannot live. В присутствии Господа болезнь не может жить. Where Jesus is, там, где Иисус, Satan cannot be. Сатана быть не может. Let me tell you something. Я скажу вам что-то. When you find the presence of Jesus, that is when the devil cannot find you. Когда вы найдете присутствие Иисуса, то дьявол не может найти вас. Because in the presence of the Lord there is protection. Потому что в присутствии Господа есть защита. And the presence of the Lord is the Holy Spirit. И присутствие Господа — это Святой Дух. The presence of Jesus. Присутствие Иисуса. Is the most important thing in our lives. Это самое важное в нашей жизни. The Bible makes it very clear. Библия говорит это очень ясно. That in His presence there can be no sickness. Что в Его присутствии не может быть никакой болезни. In His presence there can be no devils. В Его присутствии не может быть никаких дьяволов. In His presence there can be no bondage. В Его присутствии не может быть рабства. In His presence sin is broken. В Его присутствии грех разбит. Hallelujah. Hallelujah. Where the Holy Spirit is, sin cannot live. Там, где Дух Святой, грех не может жить. I'll say it again. Я скажу Where снова. The Holy Spirit is, sin cannot live or function. Там, где Дух Святой, грех не может жить и не может функционировать. Thank you.
Lift your hands everywhere. Поднимите везде свои руки. And pray out loud in the Holy Ghost. И помолитесь на языках вслух. Out loud, right now, come on. Прямо вслух, прямо сейчас. Many of you are being healed. Многие из вас исцеляются. Many people are being healed now. Многие исцеляются прямо сейчас. Many of you feel fire on your body. Многие чувствуют огонь на своем теле. Many of you feel electricity on your body. Многие чувствуют электричество в своем теле. Many of you feel a mighty power all over you. Многие чувствуют могучую силу в своем теле. That's the healing power of the Holy Spirit. Это исцеляющая сила Святого Духа. Everyone sick in body. Все, кто больны в своем теле. Pray out loud. Помолитесь вслух. Out loud. Вслух. I want all of you to pray out loud. Я хочу, чтобы вы все вслух. Everybody молились. Pray out loud. Все молились вслух. And those of you sick in body. И те из вас, кто поют, больные в теле. Place your hand on your sickness. Положите свою руку на свое место болезни. As everyone prays in the spirit right now. В то время как все остальные громко молятся. Pray out loud, please. Молитесь громко, пожалуйста. Pray out loud, please. Пожалуйста, громко молитесь. Father, in Jesus' name. Отец, во имя Иисуса. Heal your people. Исцели своих людей. Heal your inheritance. Исцели свое наследие. Heal every one of them, Lord. Исцели всех, Господи. In Jesus' name. Во имя Иисуса. What's happening to you? Не могу дышать. Я плачу. Не могу дышать. What do you feel on you? Что вы чувствуете на вас? What do you feel on you? Что вы чувствуете на вас? Не знаю. She doesn't know. Can you breathe now? Вы можете дышать? Сейчас да. Now, yes, she can now. Breathe again. Вдохните снова. That's the power of God. Pastor, this man had a hernia, like a big egg size, and the power hit him and it left. Tell the people. У него была грыжа и очень сильная, и Бог прикоснулся его и исцелил. What happened to the lady? The hernia is gone. Грыжа ушла. By the power of Almighty God. Силой всемогущего Бога. She said that she has had pain and things racking all over her body, and she prayed, and the Holy Spirit came on her. Дух Святой сошел на нее, когда она молилась. He that keepeth Israel. Quick, come on, Randy, quick. Pastor, this woman could not breathe, and she had problems with her eyes. Bring her right here. Эта женщина не могла дышать, у нее были проблемы с глазами. There is a tremendous. Yeah, God. Tremendous anointing here. Есть огромное помазание здесь. Yeah. Pain in his right hip. У нее была боль в правом бедре. Man. In just a minute, через минуту, I'm gonna call those in ministry forward. Я позову тех, кто служит Богу вперед. Touch. Коснись, Господь. Now lift your hands and pray out loud in the Holy Ghost. Помолитесь на языках в Духе Святом. Out loud. Вслух. В присутствии Иисуса болезнь не может существовать. И как только я начал готовиться к этой части передачи, я увидел женщину несколько секунд назад. Я хочу вам сказать, драгоценные святые, вы поломали правое бедро. У вас сильные боли.
и Господь исцеляет вас. Дорогой Иисус, я воздаю Тебе хвалу за это чудо, во славу Твою и честь. Вы только что стали свидетелями Божьей силы. Если вы верите, что Бог исцелит вас прямо сейчас и прикоснется к вам, давайте помолимся. Давайте верить, что Господь исцелит вас. Он сказал, если двое согласятся, будет им. Отец, мы приходим вместе, веря в Твое драгоценное имя. Иисус, в Твое драгоценное имя, прямо сейчас мы приказываем этой немощи и болезни уйти во имя Господа. Я запрещаю этой болезни во имя Господа. Болезнь сердца, закупорка сосудов сердца. Мужчину зовут Альберт. Господь только что исцелил вас. Я воздаю Тебе хвалу, Господь. Есть кто-то еще с проблемой сердца? Бог исцеляет вас. Кэти, женщина по имени Кэти. Драгоценный Господь, мы запрещаем этой болезни в драгоценное имя Иисуса. Послушайте, мне не нужно называть ваше имя. Просто примите исцеление. Если у вас проблема с сердцем, прямо сейчас примите исцеление. Господь, я воздаю Тебе хвалу. Фибромиалгия, мы запрещаем ей во имя Иисуса. Да, Господь, спасибо Тебе. Есть маленький мальчик с проблемой в мышцах, и ему 4-5 лет. Сила Божья проходит через его тело. Отец, во имя Иисуса, мы воздаем Тебе хвалу за каждое чудо, каждое исцеление, во славу Твою и честь. Вау! И народ Божий да скажет аминь, аминь. Я чувствую сильное помазание здесь. Я в Италии, кстати, в Милане, только что приехал из Израиля. Я был там, чтобы встретиться с должностными лицами в правительстве. Меня пригласило правительство. И было сильное движение. Я видел в миле от нас столкновение группировки ИСИС с сирийской армией. Увиденное потрясло меня. Драгоценные святые, Иисус грядет. Я хочу вам сказать, что невероятные духовные вещи происходят по всему миру. И я поехал в Израиль, чтобы самому увидеть, что происходит. И на самом деле сейчас там мирная обстановка. Знаете, Бог благословил свой народ. И неважно, через что они проходят. Божье благословение на этой земле. И помните, что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И верьте Богу прямо сейчас. Отец, каждая нужда отвечена. Каждый дорогой человек рожден свыше. Каждая финансовая ситуация разрешена, и каждый долг покрыт во имя Иисуса. Аминь. Увидимся завтра. И продолжайте смотреть передачи. Каждая передача невероятно сильная на этой неделе. Люблю вас. До встречи. Поднимите руки и скажите, «Отец, я молюсь, чтобы моя жизнь стала победоносной. Прикоснись к моей жизни. Используй меня как свой сосуд, чтобы принести славу, честь, величие Иисусу, моему Господу, во веки. Аминь. Воздайте Господу великую славу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус.